Ну, конечно, мне часто снятся сны, и, конечно, они такие художественные фильмы. И, конечно, как и все, я с трудом успеваю запомнить куски. Но поскольку я обучалась психоанализу, я потом могу их как-то расшифровать, понять свои проблемы. Но постоянно мне снится, что я куда-то не успеваю, что я не успеваю все собрать. И вот этот комплекс несделанных дел, он, конечно, настигает меня днем и ночью.